дни. Дни, когда я не хочу идти на спорт. Слушай, я форму потеряла. Да мы потому на спорт и ходим, что ты форму потеряла. Еще в 2010-м. А зачем ходить на спорт красавицам? Ну да, но нам-то надо. Ой, а мне нельзя на спорт, я беременна. Че ты врешь-то, ничего ты не беременна. Да я вот сейчас забеременею. Ваня! А зачем нам на спорт-то ходить? Мы в прошлый раз все в сторис выложили. Точно! Ой, а у меня же уважительная причина. То, что ты на прошлом занятии пукнула, и тебе теперь стыдно, неуважительная причина. Слушай, ну мы же за этот абонемент заплатили. Ну что, ему пропадать, что ли? Кать, так мы и за эти эклеры заплатили. А вот что мы куда-то попремся? А давай дома позанимаемся. Давай. Завтра позанимаемся. Мама, я гей. Ой, да мне все равно, лишь бы не гей. Что? Так, Эдик. Мама, я Леша. Нет, Леша, теперь ты Эдик. Так, быстро неси ремень, я сейчас из тебя эту дурь выбью. Хотя, а вдруг тебе еще, когда тебя бьют, нравится? А я ведь целовала эту попу. Если тебе нравится Брэдли Купер, это еще не значит, что ты гей. Это значит, что у тебя всего лишь навсего хороший вкус. Тьфу ты, блядский ты, рот, весь в отца. Но шапку же ты носишь? Да. Ну тогда все в порядке. А Стас Михайлов не из ваших? Нет. Уф, ну слава богу, это для меня самое важное. А ты за или... Я актив. Ой, зачем спросила? Да мне же не важно, мне же главное, чтобы ты человеком был хорошим. А это точно никак не лечится. Все, никаких этих твоих барбер-жопов, теперь я тебя стричь буду. Кать! Жень! Это папа. Ну, и чудовище. Я не верю своим ушам. Повтори еще раз. Я дарю тебе кастрюлю. А, кастрюлю? Мне послышалось шубу. Ты сейчас серьезно? Мы расстаемся? Это лучший подарок на 8 марта. Гель для душа. Ладно, один-один. Что это? Я дарю тебе 10 желаний. Ты записываешь их в этот блокнотик, и я обязательно должен их исполнить. А, круто! Пошел нахер. Извините, пожалуйста, а вы часто в эту клинику ходите? Каждый день. А какие вот процедуры вы, например, делаете? Вы знаете, честно говоря, я все процедуры подстраиваю под себя. Вот, например, если я делаю пилинг, я прошу добавить туда лимонный сок. Да, это отбеливает кожу. Или вот, например, если мне... Подождите, пожалуйста, я записывать буду. Вот, заметочка, да. Ну вот, если я ничего не забыла, то, в принципе, и все. Спасибо вам большое. Я Александровна, здравствуйте, проходите в кабинет, пожалуйста. До свидания. До свидания. Эй, готовы к процедуре? Да. Тут смотрите, мне нужно вот все из этого списка. Вот. Сегодня мы расскажем, как за 6 часов приготовить невероятный ужин для своего защитника. Ставим таймер на 6 часов. Нам понадобится спелый авокадо, порубленный на мелкие кусочки. Ничего страшного не произошло. У нас осталось 4 часа, нам понадобится яблочко, и оно у нас уже порезанное. Если у вас, как
так как у меня аллергия на яблочки, то яблочки можно заменить, ну, например, ну, на груфу. На приготовление ужина осталось 2 часа, но мы все успеваем. Сейчас нужно просто включить духовку на полную мощность. Жень, включи, пожалуйста. Ага. Итак, у нас в распоряжении осталось 3 часа. Женя, напомни, пожалуйста, зачем мы все это делаем? Ну как, ужин для парней. Так у нас ведь нет парней! Обидно. А вино-то есть? Тащи. Ну, мама, ну, пожалуйста, купи! You know we about to make money. Все, я ухожу из дома, к бабушке! Меня тут вообще никто не понимает! Окей, Гугл, сломаются ли ножки, если спрыгнуть с 3-го этажа? Сломаются. Ладно, спрыгну со 2-го. Ну, а я тебе о чем говорю, это жесть полнейшая. Еще экзамены тут завтра. Слушай, может, затусим сегодня где-нибудь? Я все сделаю, я все решу, я все устрою. Да. Так, улететь из этого города срочно, дешево, со всеми своими вещичками. Далее 6 958 рублей. Адьос, проблемки, счастливо оставаться. Я все. Все, успокоились. А если... Она идет? Здравствуйте, а можно? Так, девушки, вообще-то мы по одному принимаем. Вообще-то, это моя подруга! Да подождите вы, дайте мне хоть с подругой попрощаться! Вот этот вот бомбер, пусть телеби забирай! А ты золотую цепочку забирай! Вы несчастны! Собачка говорит, откройте ротик! Откройте! Да там дырочка малюсенькая! Ну, секундочку, просверлим. Катюш, а хочешь я просверлю? Ну вот и все, а вы боялись. Только сейчас 2 часа кушать нельзя. До свидания. Так, есть 3 парня. Один красивый, другой богатый, третий... О, господи, это что здесь делает? 3-й. Мариков. С одним из них я пойду сегодня на свидание. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Сейчас я покажу схематично. Вот. Ай! Вот. Кать! Кого ты обманываешь? Они тебя даже не знают. Вот твой вариантик. Красивый? Нет. Богатый? Нет. Мариков? Писькин. Катя Писькина. Подходит.